Итак, у нас есть уже содержимое нашего сайтика, и мы видим, что оно почему-то прижато к левому краю, хотя наш сайт, он должен быть как бы идти по центру. Что ж, если вы помните, для того, чтобы центрировать содержимое сайта, мы будем использовать специальный div с классом mid. Поэтому давайте его заведем. Итак, div.mid. И сразу вам сообщаю, что ширина сайта будет равняться 1000 пикселей. Поэтому мы тут и напишем width, двоеточие, 1000 пикселей. Отлично. И здесь теперь пишем следующее свойство. Margin. Ставим сначала 0, то есть отступы сверху и снизу по нулям, а отступы справа и слева по горизонтали напишем auto. То есть вот это свойство, оно отцентрирует этот блок div и сделает его ровно по центру. Давайте я сохраню. Ну, чтобы вы это видели, давайте мы напишем сейчас background, двоеточие, ну какой, решетка FFF, беленький цвет. Так, сохраняемся, обновляемся и видим, что у нас получилось, да? Теперь бэкграунд давайте мы уберем. Так вот. Сохранимся, обновимся и уже дальше будем работать с таким вот сайтом.